Уважаемые гости, вы как лауреаты премии «Новогодняя персона», наверное, как никто лучше чувствуете этот праздник, Новый год. И какое значение имеет он для вас лично? Но для меня Новый год – это всегда воспоминание о детстве, это обязательно живая елка у меня дома и запах апельсина. Обожаю апельсины на Новый год. Александр? Для меня Новый год по-детски – это запах хвои и апельсинов, а по-взрослому – это ожидание чего-то нового впереди, и по-старчески – это подведение итогов. А ваши герои в фильме «Найдите Снегурочку» – самые, что на есть новогодние персонажи, практически Дед Мороз и Снегурочка. У вас есть что-то родственное с ними? Вы знаете, вера в чудеса, наверное. Они очень чудесные персонажи, и они сами творят чудеса, и верят в них. Я тоже верю в чудеса. Похоже, вы чувствуете хорошо не только Новый год, но и друг друга. Вы победили в номинации «Тандем года». Это профессиональные навыки или вас сближает, может быть, какое-то особое чувство? Вы знаете, у нас больше всего нас сближает, конечно же, любовь к творчеству, и мы строим наши взаимоотношения на взаимоуважении, и мы умеем находить компромисс. Я права? Да, артур душ. Понятно. Этого больше, чем достаточно. Спасибо, Анастасия. А для вас Новый год что это? Да, знаете, для меня Новый год – это очень… Это очень, так сказать, искусственно созданная и сильная коммерческая шумиха. Какой романтик. Вика. Вы знаете, я в чудо верила когда-то в детстве. Я всегда писала записки, выбрасывала их в окно и думала, что Дед Мороз обязательно подберет мою записку и мое желание сбудется. Наверное, вера именно давала те шансы, когда желание сбывалось, потому что писали то, что хотели, соответственно, хотели то, что получали. Сейчас же я понимаю, что чудо нужно заработать. Все-таки более реально стали смотреть на вещи, и уже чудо не жду от Нового года. Жду чудо от себя, от своей работы, от своих конкретных каких-то вложений, и, соответственно, получаю это чудо. Понятно. Балы Михайловна, с точки зрения психологии, какое значение Новый год имеет для человека? Почему такое огромное значение сейчас уделяет этому празднику? Ну, вероятно, потому что Новый год – это праздник детства, и отношение к этому празднику закладывается именно в детстве. Как в семье повелось, как семья сможет организовать этот праздник и представить его либо в романтичном каком-то ореоле, либо, так сказать, без подарков, без Деда Мороза, без каких-то там, вот, без мишуры и елки. И вот у нас пример с Анастасией наглядной. То есть она как-то прагматично относится, и вот история тоже. Она сама заработает и устроит себе этот праздник. А некоторые гости ваши говорили о том, что это ассоциация с детством, с романтикой. Это люди более душевно организованные и, так сказать, повернутые к людям, к добру, к тепло. А лично для вас Новый год что представляется? Ну, это тоже мой самый любимый праздник, но он для меня тем интереснее, когда меня куда-то приглашают, развлекают. Я не из тех людей, кто сама придумывает, там, небольшой фантазии и так далее. Но мне очень нравится принимать участие. Если кто-то предлагает, я активно включаюсь. Скажите, пожалуйста, случалось ли с кем-нибудь из вас в Новый год или, может быть, в канун этого праздника какая-нибудь история, которая оставила отпечаток в жизни вашей, может быть, даже что-то изменила или, допустим, послужила вдохновением или зародила какие-то идеи? Будьте любезны, я хотела бы рассказать нашу историю, как мы нашли друг друга с Александром. Нашли друг друга, уточните, как же, в профессиональном плане? Или... Ну, я же вам ответила уже на этот вопрос. Нас объединяет любовь к творчеству и хорошие дружеские взаимоотношения. Но дело не в этом. В прошлом году на предновогодней неделе мне и Александру предложили вместе сыграть как раз в этой комедии «Найдите Снегурочку». До этого мы ни разу не были с ним знакомы, нигде не встречались. Но как только мы очутились на съемочной площадке, мы сразу почувствовали какое-то необыкновенное притяжение. Как будто кто-то намеренно соединил нас вот в этом огромном мире, на этой съемочной площадке. На этом чудеса не закончились, потому что через пару недель нам позвонил один из известнейших продюсеров и предложил вести программу «Философские вечера», собственно, за которую мы и получили. Все-таки это, наверное, все-таки судьба, Лен, согласитесь. Я думаю, что это судьба, чудо, это можно назвать по-разному, это провидение, может быть, но в любом случае это относится к чудесам.
это чудо. И вот я не согласен с Викторией, которая сказала, что надо заработать чудо. Чуду надо позволить произойти. Мы и это просто позволили. В него поверить, да. И просто поверить. А, хорошо, а в этом году какие-нибудь события ожидаются? Я надеюсь, что мы продолжим с Александром вести нашу программу, и, возможно, у нас появится еще какой-то совместный проект в кинематографе, но мы пока не будем раскрывать все наши творческие тайны. Хорошо, оставим это на следующий год. Настя, у вас какая-нибудь история? Да, вы знаете, у меня тоже произошло чудо, потому что однажды я пошла встречать Новый год в ресторан «Яр». Там гуляла вся группа «Альфа-банка», и их президент и главный акционер мертвецки напился и подписал мне контракт, за которым я с ним бегала год. 1 января он проспался, но было уже поздно. Это было настоящее чудо, потому что на эти деньги мы сняли новогодний сериал «Снегурочка в бегах». Ну вот видите, значит, в Новом годе все-таки есть что-то чудесное и что-то свыше, наверное. Очевидно, да. А бега у вас? Вы снялись в фильме Говорухина. Вы снялись в фильме Говорухина «Прошлогодний снег», главная героиня, и вы что-то у вас есть общее? Вы знаете, да, главная героиня этого фильма непосредственно, я расскажу маленькую историю. Она любила мужчину, который очень долго за ней ухаживал. Причем сначала это было с его стороны, она не уделяла знаков внимания, а потом произошло так, что она полюбила его. Они встречались около 2 лет. И хотели пожениться. И что-то произошло, вот как эта героиня в этом фильме, значит, он пропал. И он пропал буквально вот год, она не видела этого мужчину, она не слышала никаких вестей о нем. То есть она уже разочаровалась. И на рождественскую ночь получается так, что он вернулся. Она этот год провела все мысли были только о нем. Соответственно, когда он вернулся, у них началась новая жизнь. Это такая история, которая реально, может быть, повлияла на ее всю жизнь, изменила ее жизнь. Потому что нужно мечтать. Я верю в то, что нужно верить и мечтать в чудо, да, которое может произойти. Но в детстве я верила во все чудеса. Все чудеса происходили, да. Когда уже, соответственно, начинаешь работать и заботиться о себе сам, чудес происходит меньше. То есть я поэтому и называю это тем, что ты их зарабатываешь, эти чудеса. Пусть как кому нравится. Хорошо. А как вы готовитесь к Новому году? Расскажите, к Новому году расскажите, пожалуйста. Может быть, у кого-то это происходит спонтанно, и, пожалуйста, поделитесь секретом, как встретить Новый год в хорошем расположении духа и тела. Вика, главным образом вопрос к вам, потому что вы очень много сделали в этом году, и, несмотря на ваш безумный график, всегда прекрасно выглядите. Пожалуйста, поделитесь телезрителями своими секретами, если это можно. Спасибо большое. Новогодние... Ажиотаж начинается, наверное, за 2 недели до Нового года. Хочется выглядеть шикарно, хочется купить всем подарки, устроить шикарный праздник. Но самое важное для меня в Новый год, чтобы состоялся хороший праздник, для меня важно, чтобы люди, которые находятся рядом, были близкими, любимыми людьми. То есть в атмосфере рабочих людей, кто с тобой проводит каждый день и так, нет такого душевного комфорта, нежели как ты проводишь с близкими людьми. То есть то, как вы выглядите, это полностью заслуга вашего окружения, так? Вы знаете, строение. Я думаю, что я выгляжу так, потому что для тебя, любимый, стараюсь. Для своего мужа, в первую очередь, хотелось бы, чтобы он смотрел, наверное, только на меня и больше ни на кого. Ну и, наверное, для ваших поклонников, для зрителей. Ну и для себя в первую очередь. Соответственно, то, что нравится мне, нравится моим поклонникам, я думаю, они это принимают. Сама-то спина. Вот. А что касается настроения, если вы как-то искусственно себе можете... Вы знаете, я по жизни оптимист, и настроение у меня всегда хорошее. Будь это 8 марта, Новый год, или любой день недели, любая секунда, нужно проживать именно так, чтобы было в кайф. Чувствовать ритм жизни и поддерживать, пусть даже сама порой улыбаешься искусственно, но ты знаешь, что 5 минут поулыбаешься так, и улыбка придет. Излучая позитив, мы... притягиваем к себе позитив, соответственно, я стараюсь. Ну, на вашем примере мы все это можем убедиться в этом. Настя, а что вы думаете по этому поводу? Вы тоже всегда прекрасно выглядите в жизни и на экране. Спасибо. Вы знаете, это часть моей работы, поскольку я человек публичный, то есть мне деваться некуда. Особых секретов у меня нет. Наверное, то же самое, что и у всех остальных. Косметолог, парикмахер. Ну, а что касается расположения духа, все-таки здесь, наверное, косметолог, парикмахер не совсем согласился. Всем очень рекомендую фитнес.
очень тонизирует. Спасибо. Белла Михайловна, вы как психолог, что можете посоветовать? Может быть, существуют какие-то аутотренинги? И вообще, можно ли человек может ли сам себе настроить себя на хорошее настроение? Да, безусловно. Это вообще не только в Новый год. Существуют самые простые способы улучшить настроение. Это сделать, совершить какой-то добрый поступок. И настроение улучшится, потому что мы получаем очень большой заряд энергетики, энергии от кого-то, когда мы кому-то делаем добро, и вот эта благодарность дает много сил. Но это можно долго говорить, но нет времени. Спасибо. И последний вопрос, уважаемые гости. Все-таки вы верите ли вы именно в новогоднее чудо, которое вот совершается именно в новогоднюю ночь? Да, конечно. Да, конечно, мы верим. Я считаю, что наша история, наш пример служит этому лучшим доказательством, то, что чудеса бывают, происходят, и самое главное, в них верить. Ура! Ура! И всех с наступающим Новым годом! Вы, как всегда, отвечаете едино, мыслите одинаково. И... Ну, вам же Александр рассказал, что у нас родство душ. Ну, я с этим согласна абсолютно. Наверное, благодаря этому мы друг друга и нашли. Конечно. Настя, а вы что думаете? Вы верите в чудо все-таки? Ваша история, по-моему, все-таки подтверждает, что чудеса бывают. Но вы знаете, я верю в благоприятное стечение обстоятельств. Если это можно назвать чудом, ну хорошо, пусть тогда я верю. Вика. Вы знаете, я хочу в первую очередь создать чудо для своих детей. Когда я была маленькая, я в это чудо верила. Это чудо приходило. И также хочу благотворно повлиять на, чтобы мои дети также принимали праздник Новый год, как именно чудо, потому что мы привыкли в детстве именно ждать чуда от Нового года, правильно? Подарки, это все так приятно, Дед Мороз, Снегурочки, стихи, сказки. Поэтому чудо я оставляю, как есть место быть. Белла Михайловна, а стоит ли ждать вообще какого-то чуда в Новый год? И вообще можно ли как-то самому привлечь желаемое? Или вообще лучше ни на что не надеяться, чтобы потом не получить разочарование? Чудо нужно ждать, опять же, я повторюсь, всегда. И оно придет обязательно, потому что говорят, что мысль материализуется. Если вы думаете о хорошем, если вы ждете прекрасное что-нибудь, еще к этому что-нибудь делаете, я помню, очень хороший есть анекдот на эту тему, да, ну, наверное, не в рамках этой программы рассказывать его. Но, по крайней мере, о лотерейном билетике, наверное, слышали. Нет, пожалуйста. Но один еврей просил у Бога, ну, мне нужны деньги, я хочу выиграть. Очень, да. И вот и каждый раз, когда новый был тираж, он просил, и вот Бог уже не выдержал, разверз, так сказать, небеса и говорит, купи билет. И вот надо билет этот покупать, то есть идти навстречу, делать что-то, и Бог тебе поможет. И чудеса обязательно сбудутся, но особенно, конечно, волшебную новогоднюю ночь. Браво, браво, не согласны. У Дени Дидро есть такая фраза, чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они встречаются. Ведь зачастую сознание того, что чудесное было рядом, приходит к нам много позже. Я хотела бы поблагодарить своих гостей. Я думаю, что в новом году мы обязательно с вами еще встретимся в этой студии. Удачи вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами до следующего года. Надеюсь, он принесет нам много положительных, позитивных моментов. Тебя хочу пожелать вам набраться силы в эти новогодние праздники. И в будущем году не расслабляться, не унывать, трудиться и верить в успех, потому что вера и труд – это те два слагаемых, которые в сумме и дают чудо. До встречи и счастливого вам Нового года!